Я был уверен, что мы найдем ее в Чернобыле, на атомной станции. Именно там, где она пропала 30 лет назад. Последний из моих друзей, оставшихся в живых. Он считает меня сумасшедшим. Он думает, что Татьяна никогда не существовала. Я докажу, что он не прав. Я докажу всем, что они ошибаются. Но сначала мне нужно... Народных депутатов сообщает, что в связи с аварией Это машина. Я помню ее. Она не пропустит меня, пока я облучен.
Руки вверх. Не стреляй! Это я! О, это ты, Игорь. Заходи внутрь. Это серьезно. Тебе нужно вылечиться прямо сейчас. Были поставки. Нам нужно будет деть лекарство на месте. Как? Ты же и местный, и ученый. Собери немного трав. Здесь? Они же могут быть радиоактивны. Я физик-ядерщик, а не ботаник. Это не идеально, но мы должны сбалансировать долгосрочные побочки с быстрым облегчением. Это непростой расклад, который ты же нас сам поставил. Они вырезали охрану. Портал теперь единственный способ передвижения по зоне. Так как мы останемся здесь на некоторое время, почему бы тебе не собрать весь этот мусор, валяющийся вокруг? Мы могли бы построить что-то полезное из него. Есть тут кто-нибудь? Ты тут? Это супер важно. Привет. Кто это? Это я, суперсекретный агент. Михаил? Да, я. Значит, ты таки выбрался из атомной станции живым? Да, почти. Хорошо, хорошо. Послушай, у меня есть своего рода миссия. Разве мы не должны залечь на некоторое время? Да, мы залезем на дно очень глубоко. Но это супер классная возможность и все такое. Мы типа атакуем компьютерную систему НАР. Не переживай, я знаю все о подобных вещах. Это не то, ради чего я здесь, Михаил. Я просто хочу... Да-да-да, ты ищешь свою девушку и все такое, я прав? Вот я и думаю, что на этих компьютерах могут быть файлы, а не... Ну, если ты так говоришь... Я знал, что ты выберешь верно. Иди к Оку Москвы. Я расскажу все подробности и все такое. Михаил, конец связи. Так ты собираешься пойти и помочь Михаилу? Верно. Послушай, я не уверен, что он суперсекретный агент, за которого себя выдает. Похоже, он хочет, чтобы ты помог ему взломать какой-то сервер НАР. Срыв их операции может помочь нам завершить миссию и, надеюсь, сбежать. Но, если ты спросишь меня, это слишком большой риск, чтобы доверять этому человеку. Ты прав. Я думаю, проигнорировать его просьбу. По крайней мере, я постараюсь быть очень осторожным. Ух ты! Ты принял свои лекарства. Звучит почти вменяемо. Пожалуйста, Оливер. Еще кое-что. Я хочу, чтобы ты взял это. Пистолет? Я ученый, а не... Каждый мужчина должен уметь стрелять из пистолета. Я дам тебе несколько уроков, как только ты к нему привыкнешь. Thank you.
Неблагоприятная радиотрёмная обстановка. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет, народных депутатов сообщает, что в связи с аварией сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции Diana Omlieva, Igor Kimiuk, as my wedded husband. I promise you love, honor. Он пришел за мной! Он пришел за мной! Если будете сопротивляться, мы откроем огонь. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне надо отдышаться и бежать. Ты продолжай. Ты что имеешь в виду, что это моя вина? Если ты такой хороший водитель, то едь сюда и забери меня! Listen to me. Listen to me. Listen to me. Listen to me.
to me. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Добро пожаловать, агент. Вы видели здесь женщину? Она танцовщица и скрипачка. Длинные черные волосы. Татьяна, моя невеста. Нет. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? В любом случае, нам нужно добраться до сервера НАР. Грузовик с ноутбуком может быть здесь в любую минуту. Сервер? Хочешь, чтобы я взломал его? О, а вот и грузовик. Стартуем нашу миссию. Если ты сможешь взломать один из их компьютеров, мы также сможем заполучить и их крутые куртки. Звучит как план. Свяжись со мной, как только получишь доступ. Все понятно, агент? Хорошо. Теперь двигай сюда. Прямо здесь есть что-то вроде башни Wi-Fi. Согласно руководству, мы должны использовать ее, чтобы... Руководство? Ты откуда это читаешь? Это руководство по суперагентам. В нем говорится, что можно передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит ее. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Ты уверен, что все продумал? У антенны должна быть сильная охрана. Ни за что! Пути назад уже нет. У меня установлена взрывчатка по сезону. Я просто подорву тут все. Давай! Подожди, Михаил. Будь осторожен. Правильно. Я буду очень аккуратен. Не двигайся. Thank you.
Вы вонючий псынар! У меня детонатор! Вы все сгорите! Что за хрень? Что нам делать? Мы не можем рисковать. Давай захватим его сейчас же. Да, просто не заходи внутрь. Здесь супер опасно. Похоже, что бомба была внутри этого здания. Я уже подорвал бочки. Что ты наделал? Это же радиоактивные отходы. Да, лучше подожди, пока пыль не ляжется. У меня кружится голова просто от взгляда на все это. Просто сотри все на этих серверах, ладно? В руководстве говорится, что вы можете передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит вас. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Татьяна, вот и я. Здравствуй, ты новенький? Новенький? Ага, новичок на районе. Это вряд ли. Я переехал сюда в 85-м. Квартира была только закончена. Думал, что останусь здесь навсегда. Все сложилось не так уж хорошо. 1985 – это 3... 5 больше 10 лет. Это значит, что ты местный. Братва Припяти держится вместе. Давай тусоваться иногда. Особенно, если тебе нравится хороший самогон. У меня тут есть кое-что на продажу. Я ищу свою невесту. Вот ее фото. Нет, здесь не так много девушек. И я бы хотел, чтобы были. У тебя есть девушка, брат? Бомбезно! Ты что-то сказал про торговлю? Что у тебя есть? Не знаю. Ты не знаешь? Да. Я продаю коробки с добычей. Не открывал. Не знаю, что внутри. Коробки с добычей? Это вообще законно? Да. Честный бизнес, братвы. Настоящая уличная сделка. Сделка проста. Одна порция еды за одну коробку с добычей. Одна коробка в день. Потому что ты мой брат, я дам тебе одну бесплатную коробку с добычей. Только для тебя. Вот. Thank you.
Михаил, мы должны... Это все в моей голове. Я тебя помню! Ты же... Ты дьявол! Мы слышали зов, но не слушали. Мы все умрем здесь! А я принесу свою жертву! Расцветают цветы отчаяния! Что ты имеешь в виду, Михаил? Какие цветы? Мы в опасности! Они уже здесь, позади тебя!